Университет – это интереснейшая жизнь. Это и общественная жизнь, и капустники, и спортивные соревнования, и замечательный город рядом. Но поймите, вот главное – это учеба. Если у вас нет хвостов, если у вас не накапливается задолженность, то со временем у вас начнет освобождаться время, которое вы отдадите на все эти замечательные мероприятия. Я от всей души поздравляю вас. Я желаю вам успехов. Добрый путь. Тысяча человек – это и наши первокурсники. Наши первокурсники первого меда. Вы знаете, это очень много. Потому что на самом деле тысяча человек, когда мы представляем, что пройдет время, и пускай не тысяча, но близко к этому, количество первоклассных специалистов придут в здравоохранение – это спасет наверняка и здоровье, и жизни тысячам и тысячам людей. Для нас первый мед, вне всякого сомнения, это такой же бренд города, как Эрмитаж, Русский музей. Вы не найдете ни одного учреждения здравоохранения в городе Санкт-Петербурге, даже самого маленького, где не работали бы выпускники первого меда. Я надеюсь, что когда вы благополучно закончите первый мед, вы увидите, что это будет таким паролем в профессиональную жизнь, да и, наверное, не только в профессиональную. Куда бы вы потом ни попали, ни приехали, вы всегда найдете тех, кто когда-то учился в первом меде и по-прежнему с гордостью несут это звание. Всего вам самого наилучшего. Дорогие ребята, родители, сейчас перед вами выступят практически те люди, которые будут вас эти годы вести по непростым дорогам освоения программ медицинского вуза. Я хочу сказать, что вы на них будете смотреть как на своих наставников и начальников, а я вам хочу сказать, что смотрите на них еще как на выдающихся ученых. Это нечеловечески тяжелый труд. Учиться, работать, состариться врачом. Это большая работа преодолеть начало профессиональной жизни. Я просто советую вот с сегодняшнего дня всего же дальнейшую жизнь расценивать как жизнь врача. Вот врача с большой буквы. Первый шаг мы сделали по ступенькам этого корпуса, первый шаг мы сегодня сделали по территории университета. Учиться очень тяжело. Но раз вы здесь, вы лучшие из лучших. Самые лучшие из вас могут научиться до конца. Из тех, кто доучился до конца, самый лучший пойдет в клиническую ординатуру. Из них самый лучший пойдет в аспирантуру. Лучшие из аспирантов станут профессор-преподавательским составом. Лучшие из них станут профессорами, заведующими кафедрой, проректорами, ректорами.
Это ваш жизненный путь, вы его выбрали. Но самое главное на этом жизненном пути помните, что рядом с вами всегда находятся два человека. Это ваш учитель и это ваш больной. И к этому нужно идти с сегодняшнего дня. У нас очень дружная студенческая семья. Я вас очень прошу, чтобы вы вступили в эту студенческую семью. И кроме учебы, конечно, самое главное, занимались еще неучебной работой и проявляли свои таланты и способности. У нас 17 спортивных секций. У нас есть творческие студии. Это вокальная, танцевальная студия. Конечно, наш знаменитый «Капустник». Студенческое научное общество. Мы единственные среди медицинских вузов города имеем студенческие медицинские отряды, в которых 3 отряда, и будем еще дальше продолжать эти традиции, оказывать медицинскую помощь региону. Кроме того, у нас создана комиссия по контролю качества образования самими студентами. Мы единственные в России первыми организовали этический комитет, создали этический кодекс студента-медика. Кроме того, наш вуз называют еще территорией здоровья или городом здоровья, вузом здорового образа жизни. Поэтому еще раз желаю вам успехов на пути в освоении благороднейшей профессии на земле, профессии врача. Добрый путь, ребята! Решивший посвятить свою жизнь благородному делу, получая звание российского студента, перед лицом своих учителей и товарищей, клянемся. Самым главным лекарством, как говорят в медицине, является сам врач. Поэтому вот какими вы вырастете, так вы будете в дальнейшем выполнять свою работу. Так вы будете помогать своему ближнему. И вот это вот чудо, какой чудесный сосуд, наполненной вашей душой, получится в конце, будет зависеть от вас. Поэтому добро пожаловать в страну чудес, в которых вы сами будете воять врача. Я бы очень хотел пожелать сейчас, чтобы вы взяли все, что нужно от вот этой студенческой жизни, помимо знаний. Вот поверьте, эти годы студенческие вам будут казаться потом самыми лучшими годами жизни. Вам сейчас кажется, наверное, многим, может быть, кажется, что лучше школы и каких-то там моментов школьной жизни ничего нет. Вот абсолютно убежден, что какое-то время пройдет, и вы почувствуете, насколько интересно, насколько значима, многогранна ваша студенческая жизнь, которую вот у вас предстоит. Для того, чтобы стать хорошим специалистом, профессионалом в области медицины, необходимо, кроме таких значимых человеческих качеств, как сострадание и желание помочь ближнему, необходимо обладать колоссальнейшим объемом знаний. И сюда вы пришли для того, чтобы получить базовые знания. А учиться, и вы должны быть готовы к этому, вам придется всю оставшуюся жизнь. И в заключение я хочу процитировать одни известные слова. «Успех не финален, провал не фатален. Имеет значение только решимость продолжать». Пусть эти слова станут вашим девизом на ближайшие 6 лет. Успехов вам, и пусть удача будет с вами. Требования к иностранным студентам у нас такие же, как к российским. Мы делаем это сознательно, потому что мы хотим, чтобы после окончания нашего вуза вы чувствовали себя хорошо, чувствовали себя специалистами, чувствовали, что вас уважают, в какой бы стране мира вы ни работали. Уважаемые коллеги, я хочу пожелать вам определиться со своей образовательной и профессиональной траекторией. Я уверен, что в зале сидят будущие хирурги, терапевты, инфекционисты, педиатры. Но чем раньше вы поймете, к чему лежит ваша душа, хирургии или к терапии, к организации, я уверен, тем успешнее будет ваша карьера и счастливее ваша жизнь. Успехов на этом пути!
финал факультета отделения спортивной медицины и отделения клинической психологии, включая Кирилова и Елизавета Александровна. Для получения студенческого билета стоматологического факультета Поляков Андрей Андреевич. Студенческий билет от педиатрического факультета и факультета адаптивной физической культуры по нему получает Анна Денисовна Киселева. Студенческий билет от медицинского факультета иностранных студентов получает Изуми Мария. Ну и, наконец, студенческий билет от Института сестринского образования получает Байчорова Белла Венегрова.